В середине 19 века Германия была преимущественно аграрной страной. Аграрной. 19 века. Большая часть населения, которой жила в деревнях. Узкие улочки, кривые. К концу 19 века картина поменялась. Узкие улочки. Ты куда? Зажги свет, лучи. В середине 19 века картина изменилась. Германия аграрная страна. Тебе что, не спится? Учи. В середине 19 века картина изменилась. Ерунда все это. Теперь во сне учат все. А у нас старые методы, понимаешь? Как это? Ну, я сплю, ты читаешь, а я запоминаю. Нашел дурочку. Темнота. Тут, понимаешь, можно все записать на подкорочку. Вот прямо за ночь, хоть всю книгу, ты читаешь, а я как магнитофон запоминаю. Понимаешь? Давай, знаешь что? Ты вот бери и читай. А я лягу. А то вот это другое дело. А то средние века, дальние века. Чушь какая. С ума сойти можно, толдычить все это. В середине 19 века Германия была преимущественно аграрной страной. Подожди, не мешай. Дай уснуть сперва. В середине 19 века Германия была преимущественно аграрной страной. Большая часть населения жила в мелких городах. Узкие кривые улочки. К концу 19 века картина изменилась. Попробуй теперь только не получить пятерку. Ночной